Друзья, всех приветствую. Это урок 27. Сегодня разберу самую ходовую песню, которую должны знать все. Ну, Happy Birthday to You, или С днем рождения. Автор у нас сестры Хилл. Эта песня уже действительно такая прикладная, да? То есть она, если ее знать в репертуаре, то по-любому вас кто-нибудь попросит, когда-нибудь на день рождения, ее сыграть, да? Поздравить. Поэтому давайте ее выучим. Песня чем-то похожа на песню «По дону гуляет». Тоже за такт, но здесь еще даже немножко посложнее. Здесь ритм, ну вот в нотах ровный написан ритм. Но в оригинале там вот такой ритм. Ну, это сборник детский, поэтому здесь упростили. Вот таким образом в оригинале, да? Давайте начнем. Размер 3 четверти, тональность фа мажор. При ключе у нас стоит си бемоль. Это значит, что все ноты си, которые вы увидите, будут с бемолем. Это у нас черная на втором ряду. Опять же, если вы смотрели предыдущий урок или играли, то вы уже знаете, что у нас есть затакт. Вот у нас первые две ноты до, они восьмушки. Они из-за такта. То есть будет считаться так. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. А вот таким образом опять будет песня. До, до, ре, до, фа, ми. Первая фраза небольшая. Днем рождения тебя. Пальцы здесь написаны, тоже не буду заострять на них внимание. Три, раз, два, три, раз, два. В левой руке фа мажор. В начале опять у нас стоит пауза. И начинается все с полноценного такта. Да? То есть первый у нас такт, это кусочек маленький, третьей доли. Фа мажор, мажор, до мажор, мажор. Ну и двумя руками. Три, раз, два, три, раз, два. Еще раз. До, до, ре, до, фа, ми. Фа, мажор, мажор. Вот здесь, да? До, мажор. Дальше смотрим. До, до, ре, до, соль, фа. Похоже, эта фразочка. Только здесь отличие. В первом варианте было фа ми, а здесь выше. Соль фа. То есть это тоже учитывайте. Уже до, до, ре, до вы уже, по сути дела, знаете. Три, раз, два, три, раз, два. Половинка. В левой руке у нас начинаем с до мажорного аккорда. До уже септаккорд. Септаккорд и фа мажор. Двумя руками. Три, раз, два, три, раз, два. До, до. Так, давайте левую проговорю. Мажор, до, септаккорд, септаккорд, фа мажор. Дальше смотрим. Конец у нас первой строчки. Из-за такта две ноты до. До, до, до. Октава, да? Ля, фа, фа, ми, ре. Значит, до, до, до пятым, ля четвертым, фа, фа, третьим, ми вторым, ре. Можно первым, можно поменять на второй фа, поставить четвертый, и на ми третий, а на ре уже второй. То есть, без первого играть. Три, раз, два, три, раз, два. Кстати, можно считать с, наверное, тогда лучше, с и. Три и раз, и два, и три, и раз, и два, и
То есть восьмые можно считать с и. Точнее, для того, чтобы играть восьмые, добавьте и, кому удобно. Если неудобно, можете раз, два, три. Левая. Фа мажорный аккорд. Фа, мажор, мажор. Си бемоль. Ниже, да? Си бемоль. Си бемоль, мажор. Двумя руками. Три. Раз, два. Три. Раз, два. До, до, до. Ля, фа, фа, ми, ре. Фа мажорный аккорд. Фа, фа мажорный. Фа, мажор, мажор. Си бемоль, мажор. И последняя фразочка у нас. Си бемоль. Си, си, ля, фа, соль, фа. Три. 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 Раз, два. Три. Раз, два. В левой руке у нас си бемоль мажорный аккорд. Фа мажор. До сеп. Вот здесь прыжочек такой. Можно с до. Я нажимаю с до. Прям с басом. Ну там бас не написан. Ну. То есть я играю так. Си бемоль мажорный аккорд. Фа мажор. До сеп. И фа мажор. И пауза. Вот. Двумя руками будет так. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Си бемоль мажор. Фа мажор. До сеп. Фа мажор. Дальше стоит первая вольта. Ну, вы уже знаете, что такое первая вольта. Первая концовка. Идем на начало. И вот в первой вольте опять стоит до-до в конце, да? Это как раз-таки опять, чтобы сыграть из-за такта. И идем на начало, но не самое начало, а уже на, как бы, полноценный такт. То есть до-до-ре-до-фа-ми. То есть до-до в начале уже не играем. Чтобы не было так. До-до-до-до-ре-до-фа-ми. Нет. Первые две до в начале уже играть не нужно. Они как раз в конце первой вольты уже есть. И повторяем. Раз, два, три. 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 И смотрим вторую вольту. Первую уже не играем. Раз, два. Тут вместе нота фа и фа мажор. Вот и все. Но если вы выучили по дону, то эта песня, в принципе, будет вам намного проще даваться, чем если вы без дона, да, сразу с днем рождения будете играть. Дальше ритм можете, если получится, сделать такой. Это называется пунктир. Это когда у нас не две восьмые, а восьмая с точкой и шестнадцатая. Как бы она задержалась, и вторая нота до уже короткая. Сразу в ре приходит. То есть все восьмые можете сыграть в таком варианте. Восьмая с точкой и шестнадцатая. Так, ну фразировка здесь все нарисовано, лигами все отмечено. Мех меняем также. Только здесь, конечно, мех меняется после каждой фразы. Можно пореже, да? Здесь можешь поменять. Можно там поменять, было последнюю фразу, чтобы на режим закончить. Так, ну фразировка. Вот в эти длинные ноты идет. Сюда. Так, все. На этом все. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите. До свидания.